Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», тема «Война», вопрос 3510. Зачем же вводили войска в Афганистан? Положили там почти 15 тысяч наших ребят. Если все пошло прахом, и теперь там американцы хозяйничают? Отвечает Игнатий Лапкин. Вопрос как будто не связан с Библией, но все же и его можно рассмотреть во свете Библии. Это все звенья одной цепи. Стремление к мировому владычеству евреев, то есть антихриста. Расклад такой, что все должны подойти под одну религию, под одного правителя, как и протоколы сионских мудрецов возвещают. И это же говорит Библия. 3 Ездры, 11 глава, с 40 по 46 стих. «И четвертое из них пришло, победило всех прежде бывших животных и держало век в большом трепете, и всю вселенную в лютом угнетении и тягостнейшим утеснением подвластных, и столь долгое время обитала на земле с коварством. Возрел Всевышний на времена гордыни, и вот они кончились, и исполнилась мера злодейств ее. Поэтому исчезни ты, орел, с страшными крыльями твоими, с гнусными перьями твоими, со злыми головами твоими, жестокими когтями твоими и совсем негодным телом твоим, чтобы отдохнула вся земля и освободилась от твоего насилия и надеялась на суд и милосердие своего Создателя». Америка отработала во Вьетнаме с поражением. Теперь нужно на другом конце балансировать социализм, создать нечто подобное. Из-за кулиса и Кагал подталкивает вторую сторону к подобному и проигрышному, в котором отрабатываются новейшие виды оружия, и люди будут сильнее желать мира, которому и подведет семиглавый зверь. Написаны книги, выпущены репортажи, приведены мощнейшие доказательства, что в Америке небоскребы и иные взрывы по всему миру организуют сами же их спецслужбы, как и в России. Конечно же, не без ведома президента этих стран. Это нужно только антихристу из колена Данного, то есть Кагалу, а значит Шулхан Арух, живет и приносит плоды. 1 Фессалоникийцам 5.4. «Навы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». Откровение 13.7. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Доспехи тяжкие монахи наложили, посты, моления, нескудны воздержанием. Старались для народа, вытягивали жилы, чтоб жеребцы на кобылиц своих не ржали. Не помогло, рассыпалось, как из мешка пшено. Пустыни обезлюдили, патриархи сгнили. И на безверие облаял льва щенок, и на акулу поднялась вдруг килька. Обряд, обычаи, традиции, предания забыты, позаброшены без страха. Предвестники антихриста, еретики отдана, учителя с лживейшей тростью. Я мысленно воскресшими их зрю в растерянности иноческих снов и привидений. В веригах Ава признанный Бирюк, с ним ученик-послушник древневредный. Пусть озирают вызревшие фрукты безбожества, масонства и ислам. От их монастырей миазмом запах трупный. Базар вселенский и разврат раздрай. Неужто ни один бы не качнулся и не исторг перед миром раскаяние? Вину такую осознает Чукча, и что-то шевелится даже в пьяном. Но ни строки, ни звук от монахов, что проповедь сгубили вкупе с благовестием. Великий исполин одним широким взмахом все смел и растолок булатный пестик. Без обуви, щита, брони и шлема рекорды ставили в глубинных размышлениях. Евангельскую веру считали лишь условно, дождались к ним, пожалуй, разбойник Ленин. На монастырских стенах сторожа уснули. О вы, напоминающие о грядущем сыне,
Летите, как орлы, быстрее пули. Не мирую Бог за труды отсыплет. 15.08.07 года. Игнатий Лапкин. Отвергнуться себя, начальный шаг, первейшая ступень в движении к небу. У не отвергшешься я начнет мешать, и требовать начнет сплошные требы. Немногие сумели осознать, насколько эгоизм наш неприступен. Вокруг амбиций подлая возня, толочь приходится событиями в ступе. А это я, мы пестуем с пеленок, храним и защищаем на дуэли. Долг оскорбителю припомнится в потемках, и уязвляем их, представив целью. Все ищем, норовимся схлопотать, с запасом удовольствием неприглядных. Медалью высветит для прибытия пятак, для прибыли пятак. В реестр добытых тугрики к нам лягут. Отвергнуться, отречься, пренебречь. Обид копящихся заслуженных прилюдно. Гнев изменить на примирение речь. На деле показать, что я нелюбим. На место собственного я прими Христа. Дай место власти Духа Святого. Борьбу за я немедля перестань. В зубах застрявшая с постыдностью оскомин. Удар в щеку не вызовет отмеску. Смирением, кротостью украсится лоза. Лед недоверия к Писанию тяжко треснет. Не возвратится я легко назад. Таких попыток будет без числа, боясь смешным, безвольным показаться. Но ты борьбу с собой не ослабь. Нам в нашем «я» смертельная опасность. Преодолевший первую ступень, свой крест безропотно с достоинством приемли. В жару быть с Господом равно в прохладный день. Ноль шестого, ноль девятого, ноль седьмого. Игнатий Лапкин.